В эти дни в Москве проходит деловой форум СМИ. Качественная пресса и перспективы ее развития. Чувашу на нем представляют главный редактор газет «Советская Чувашия» и «Грани» Владимир Васильев и Наталья Колыванова. Сегодня редакциям печатных изданий были вручены заслуженные награды, знаки отличия, Золотой фонд прессы 2018. Причем газета «Советская Чувашия», которая перешагнула вековой рубеж, удостоена знака отличия первой степени. Высокую оценку редакция получила за наличие собственных эксклюзивных материалов и присутствие в них разных точек зрения на проблемы, жанровое разнообразие публикаций, качество и оригинальность макета, дизайна, фотографий и иллюстраций, а также за соответствие журналистских материалов интересам целевой аудитории и наличие каналов газеты в социальных сетях. Нам, кроме того, довелось пообщаться с коллегами из других российских регионов, председателем Союза журналистов Мордовии Владимиром Назаровым, председателем Союза журналистов Забайкалья Александром Потяевым, а также главным редактором газет «Тюменская область сегодня» Александром Скобенко и с другими коллегами. Эксперты здесь очень сильные, и именно их комментарии, их оценка помогает именно печатным СМИ в следующем году находить какие-то новые направления, где-то и зарабатывать, а где-то удивлять своих читателей новыми проектами.